предлагаю приготовить такую фантазийную клубнику в шоколаде. Для этого молочный шоколад растапливаем на водяной бане или в микроволновке. Переливаем в высокий стакан. Достаем чистую охлажденную клубнику, бамбуковые шпажки и аккуратненько нанизываем на каждую шпажку нашу клубничку. Листики отодвигаем от ягоды. Купаем каждую ягодку в шоколаде. Излишки шоколада аккуратно стряхиваем, постукивая о края стакана. Вот такая клубничка у нас должна получиться. Если слишком глубоко проткнуть клубничку, тогда она просто съедет по шпажке. А если слегка, тогда мы рискуем потерять клубничку со шпажки в стакане. Ну вот как здесь, например. Но ничего страшного. С такой клубнички также стряхиваем излишки шоколада, постукивая в стакан, и просто выкладываем в бумажные капсулы. Дальше у нас стабилизируется клубничка. Если нет такой подставки, можно использовать стакан с сахаром. Продолжаем фантазировать с клубникой. Выкладываем ее на лист пергамента, растапливаем белый шоколад, для удобства переливаем в кондитерский мешок и хаотично наносим на нашу клубничку. Вот такая клубничка в паутинке должна получиться. Предлагаю фантазировать дальше. Для этого берем вафельные рожки для мороженого, наполняем их бисквитной массой, как для пирожного картошка, и формируем в таких рожках букетики из клубники. Оформляем дальше на свое усмотрение и радуем близких, родных и знакомых такими съедобными букетиками из клубники в шоколаде. Приятного творчества!